Друзья, добрый вечер. Здравствуйте. У нас сегодня замечательные актеры, наши друзья, Даша Леников, Паша Прилучный. Ребята сыграли в фильме. Честно говоря, он называется «Скажи, соври мне правду». «Соври мне правду». Это очень интересное кино. Будем сегодня о нем говорить. Я бы назвал этот фильм, честно говоря, пропитан эротизмом, я бы так сказал. Вот, ребят, у меня там много откровенных сцен. Вы не могли, я сейчас тоже снимаюсь в кино. Я вообще киноактер тоже. Я знаю. Сейчас работаю над одной ролью в одной франшизе. Есть тоже откровенные сцены. Может быть, вы поможете, вот посоветуйте, как, ну вот, с партнером найти вот эту вот... Ну, да. Надо как-то отпустить себя, довериться партнеру, да, как-то... Ну, не знаю, чтобы больше как-то расслабиться, мне кажется, нужно ну, вот, раздеться голенькими, ну, перед друг другом постоять, голенькими, посмотреть друг на друга, да, привыкнуть. Сейчас ну, просто голенькие. Сережка Светлаков, как раз здесь. Сережа, да, все нормально, все, будет хорошее кино. Ёлки, да, работаем, работаем.